Жилой комплекс бизнес-класса «Сканди Клуб» строится шведской компанией «Бонава» в Петроградском районе. Участок под застройку площадью 3,8 гектара расположен между проспектами Медиков и Аптекарским в двух шагах от берега Большой Невки. Первая очередь проекта на 346 квартир была сдана в эксплуатацию в прошлом году. Вторая очередь на 291 квартиру сдается в начале 2018 года. Третий этап строительства на 301 квартиру планируется завершить в первой половине 2019 года. С каждой очередью сдается часть подземного паркинга. Проектом предусмотрены студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 32 до 168 квадратных метров. Планировки «Сканди Клуб» интересны совмещенными кухнями-гостинами, местами для хранения, балконами площадью от 4,5 до 7 метров и лоджиями от 7 до 14 квадратных метров. В числе фишек – двухуровневые квартиры с открытыми террасами и квартиры с круговой планировкой, где жилое пространство легко зонировать и рационально использовать. Посмотреть квартиры можно на новом демонстрационном этаже, открытом в июне. Здесь в 6 квартирах представлены все варианты отделки, которые предлагают покупателям. Одна квартира с белой отделкой, 3 с полной отделкой в пакетах «Старт», «Базис» и «Плюс» и 2 с полной отделкой и меблировкой. «Старт» – это отделка санузла под ключ. Он включает в себя кафельную плитку, на всех стенах затирку швов, он включает в себя все сантехническое оборудование, которое будет подключено и установлено уже в вашей ванной комнате, сделанный потолок и все другие технические моменты, как слив для стиральной машины и подача воды для стиральной машины. Пакет по отделке «Базис» у нас включает отделку всех помещений под ключ полностью, то есть напольное покрытие в пакете «Базис» у нас используется ламинат 3 либо 4 цветов разных оттенков, которые сейчас модно в тренде, можно использовать, выбрать себе любой. Мы начато открашиваем стены. В пакете «Базис» у нас представлено порядка 6 оттенков стен на любой вкус, как от скандинавского белого, так и до теплого ванильного, что, в принципе, очень нравится нашим клиентам. Начато отделываем потолки, устанавливаем межкомнатные двери, и также у нас отделывается ванная комната, санузлы и туалеты кафельной плиткой с установкой всего оборудования. Покупатель выбирает между ванной и современным душем со стеклянным ограждением без поддона. Пакет «Плюс» отличается от «Базиса» напольным покрытием. Плинтусы здесь деревянные, а вместо ламината предлагается выбрать из нескольких оттенков паркетные доски. Придомовая территория закрыта от машин и разделена на несколько зон для досуга. Детские площадки, зоны активного отдыха со столами для пинг-понга, батутами и скалодромом, площадки для тихих игр в большие шахматы и питанг и даже площадка для выгула собак. Дворы зеленые, в единой концепции высажены газоны, сосны и кустарники, на террасах зеленые кровли. Во дворах установлены велопарковки, доступен бесплатный Wi-Fi. Жители могут провести частные мероприятия в хобби-клубе с выходом на крышу. Первые этажи некоторых зданий отданы под коммерцию. Территория охраняется и находится под видеонаблюдением, а за играющими во дворе детьми мамы следят не только из окна, но и онлайн, через мобильное приложение. Жилой комплекс бизнес-класса «Ленинград» находится в Выборгском районе города на проспекте Тореза. Компания «Лидер Групп» возводит его на Поклонной горе, одной из самых высоких точек города, что делает практически все квартиры комплекса видовыми. Транспортную доступность этой локации можно охарактеризовать как хорошую. Ближайшие станции метро – Удельная и Озерки, до которых можно дойти пешком примерно за 15 минут. Рядом с домом находятся остановки общественного транспорта. Примерно в 10 минутах езды – выезд на КАТ. Особо стоит отметить, что дом находится в зеленой зоне. Вокруг немало парков, в числе которых Сосновка, Новоорловский, парк Юнатов. Из окон открывается вид на Суздальские озера. В районе хорошо развита инфраструктура. Недалеко от жилого комплекса работают супермаркеты, гипермаркеты, торговые центры и даже аквапарк. Есть несколько школ и детских садов. В 24-этажном комплексе запроектированы 923 квартиры, квартирография которых включает 1, 2, 3 или 4 комнаты. Владельцам они будут переданы без отделки. Площадь жилья от 46 до 145 квадратных метров. Застройщик сделал ставку на большие пространства. Квартиры отличаются просторными холлами, вместительными зонами под гардеробные, большими кухнями, окнами в пол и потолками выше 3 метров. В большинстве квартир по 2 санузла. В жилье на последнем этаже можно установить камин, на втором этаже построены квартиры с террасами. Остальное жилье оснащено панорамными окнами и французскими балконами. Застройщик подчеркивает, что в комплексе запроектирован минимум несущих стен, что позволит владельцам легко менять планировку.
Объект сдается в эксплуатацию во втором квартале 2019 года. Сейчас его готовность на уровне 30%. На данный момент активно ведутся строительные работы по возведению монолитного каркаса. На первой секции приступили к монтажу опалубки стен 10 этажа. В конце месяца каменщики приступают к возведению кирпичных, внутренних и наружных стен. Вынос инженерных сетей из-под пятна застройки выполнен на 60%. Вся прилегающая территория будет закрытой и охраняемой. Застройщик намерен устроить пешеходные дорожки, разбить детские спортивные площадки и украсить двор фонтаном. Первые этажи будут отданы под коммерческие помещения. Автомобилистам будет предложен двухуровневый отапливаемый паркинг на 446 машиномест. Продажи квартир в жилом комплексе «Ленинград» ведутся в рамках 214 федерального закона. Стоимость квадратного метра начинается от 80 тысяч рублей. Стоимость машиномест в паркинге – от 640 тысяч рублей. Объект аккредитован десятком банков. Возможно, беспроцентная рассрочка до 30 июня 2019 года.